Сегодня праздник ваш, учитель. Под таким названием в Доме культуры станицы Северской прошло праздничное мероприятие, посвященное профессиональному дню педагогов. Яркими выступлениями гостей поздравили лучшие солисты и коллективы района. На встрече чествовали лучших педагогов школьного, дошкольного и дополнительного образования. Знаете, вы большую часть своей жизни проводите на работе. И хочется, чтобы всегда, возвращаясь домой, вас ждали с теплотой, с улыбкой, с уверенностью, что все будет и дома, и на работе хорошо. А будет дома хорошо, и работа будет спориться. Еще раз низкий поклон вам за вашу работу. С праздником! Самый торжественный момент мероприятия – награждение. Звание «Заслуженный учитель Кубани» получила учитель школы номер 4 поселка Афипского Лариса Аванесян. Нагрудного знака «Почетный работник воспитания и просвещения» удостоились Евгений Лысенко, Галина Николаенко, Елена Седова и Елена Торосова. Почетные грамоты и благодарности Министерства просвещения Российской Федерации получили Анастасия Дягель, Наталья Парфенюк, Клара Поддубная и Марина Рябченко. Также педагогам вручили почетные грамоты и благодарности Министерства образования, науки и молодежной политики края и администрации Северского района.